стартаперов всегда пиарить мне приятно, потому что, ну, новое дело. Сервис Феникс — это как бы он уже не новое дело, считайте, полгода он работает на Советской 70. Но новое подразделение. Где находится? Доезжаем до вокзальной и с любой точки по вокзальной направо. И все, приехали. Пересечение улицы Бехтерева и вокзальный. Сервис Феникс. Вот он куда перебрался. Точнее, не перебрался, открыл новое подразделение. Чтобы уже здесь для горожан адресно разливать те самые замечательные масла. По вполне приемлемой цене. Хороший человек просто не может потеряться. И вот оно подтверждение. Хорошо развитый бизнес по экспресс-замене рабочих жидкостей, ориентированный на всех. И тех, у кого денег нема, и тех, кто попридирчивей, но тоже любит экономить. И это однозначно гуд. И честно говоря, единственное, что было не гуд, так это то, что со всего города приходилось ехать в одну точку. На Советскую 70. Это Гургас. Естественно, приходилось иногда и подождать. И естественно, возникал вопрос, а как бы поближе к основной транзитной магистрали, улице Московской, она же Северный переход. Теперь все просто, доезжаем до химчистки и под гору, в сторону вокзала. Оптимальный вариант скоротать с пользой для дела, время в пробке. Да и вообще, пока меняется масло, посмотреть самые дешевые материалы для стройки или ремонта. В связи с чем вы открыли еще один пункт по замене масел? Ну, как бы клиенты просят, и там не всегда успеваем, поэтому просят еще один сервис где-то. Вот сейчас вот в Северном районе открыли еще один сервис, как бы для удобства. Поэтому обслуживаем в два раза больше машин. Ну и здесь как бы почище, покрасивее. Льем все то же самое и по тем же ценам? Да, здесь цены остались абсолютно те же самые. Работы такие же, там замена масла в коробке в автомате, гидроусилитель, тормозная жидкость, масло. Все есть в наличии, как всегда. Вот этот диспетчерский телефон, который мы указываем, вы уже можете посоветовать, куда подъехать, правильно? Ну да, по телефону можно позвонить, узнать, где поменьше народу, поэтому так вот и делать. А что вам приготовили горожанам в преддверии Нового года? Ну, в преддверии Нового года сейчас, во-первых, каждому клиенту бутылка шампанского в подарок. Ну, кто меняет в автомате, здесь у нас компания «Урал Оптик» выделила как бы свои подарки. Там очки для водителей специальные. Ну, а найти нас как? Найти нас можно, мы находимся прямо возле рынка на паровозе. Его, в принципе, знают все. Или от химчистки вниз. И с правой стороны желтый двухэтажный сервис. То есть едем до вокзальной, по вокзальной до упора и приезжаем к вам? Да, все совершенно верно. Кстати, подарочки-то не из дешевых. Бутылочка шампанского рубликов под 200 тянет. А очки от фирмы «Урал Оптик» — это 1200 рублей. В общем, отличные подарки к Новому году вместе с заменой масла в «Фениксе» вам гарантированы. Нормально, да, выгляжу? Это на стол. Все это от сервиса «Феникс». Ну, естественно, надо масло поменять. И в автомате в том числе. И тогда вот такие замечательные очки от фирмы «Урал Оптик» бесплатно. Кстати, в фирме «Урал Оптик» сейчас бесплатная проверка зрения. Ну и такая замечательная бутылка шампанского. Ну разве это не праздник? Открытие нового сервиса. Точнее, нового подразделения сервиса «Феникс» по экспресс-замене масел и рабочих жидкостей, расположенного на пересечении улицы Вокзальной и улицы Бехтерева. Доехать очень просто. По Северному переходу, до химчистки направо. Все, приехали, меняем масло.